Я валяюсь. Мужчин 3 места определяются, потому что были предоставлены призы питомникам под Аркас Владимира Зинина Панферова. Поэтому мужчинам в этом плане повезло. Все. Еще раз. Блин. Ну ладно, с учетом, что Бешон щенок. Наконец-то участники конкурса «Яблони от яблони». Для зрителей я напоминаю, что это участники с собаками одной породы. Растопырил ноги, могли. Независимо от пола собак. Естественно, будет оцениваться максимальная похожесть. Тут я вам посмотрю. Лена растопырила. Виталь, ноги задние. Вот. Уже да. Тройку лидера. Да. Пипец. Я смотрю, что выиграл, как-то. Третья. Молодцы! Третье место занял Хендлер Виталий. Собака Бешонка называется. Забежать бы сфоткать. Второе место безымянный хендлер. Собаки породы ротвейлер.